На примере реальных кейсов разберемся, как выбирать решение для миометрической скуд на предприятии, на большом проекте, какие нюансы стоит учесть и каких рисков мы можем избежать. Для начала я расскажу о ключевых требованиях, предъявляемых в скуд на такого рода объектах, а затем покажу, как это воплощается на практике. Первоочередная цель любой скуд – это обеспечение безопасности ресурсов бизнеса. Скуд – это система контроля и учета доступа. Скуд на этих объектах должна быть максимально надежной.